Положительный отчет в отношении технологии блокчейн и криптовалют представил Конгресс США в докладе Объединенной экономической комиссии. Правительство вновь призывает досконально изучить технологию блокчейн и разработать нормативную базу. Для этого нужно открыть новые возможности для криптовалют и дать им шанс процветать в стране. Несмотря на проблемы, связанные с киберугрозами, рисками и волатильностью цен, в докладе подробно продемонстрированы преимущества технологии блокчейн, описывается положительный опыт применения технологии в таких отраслях, как здравоохранение, коммунальные услуги, розничная торговля. Также эксперты отмечают, что криптовалюта с ограниченным запасом монет является реальной альтернативой фиата.